Итак, уважаемые дамы и господа, в рамках чемпионата Европы драка. Первый бой восьмерки. Третий этап драка открывает бой Шеметова Виталия. Кличка Бадди. Россия, город Омск. Меня зовут Виталий Шеметов, я приехал из России. Являюсь чемпионом Европы по кикбоксингу, по версии IKF, и чемпионом России по кикбоксингу и тайскому боксу. О самой версии драки я бы хотел сказать, что версия мне нравится. Смесь всех видов единоборств, так что я думаю, я располагаю силами и выступлю достойно. Итак, вот он, представитель России, город Омск, Виталий Шеметов, его кличка Бадди. 27 побед, 3 поражения и только одна ничья. Чемпион Европы по кикбоксу, чемпион России по кикбоксу и тайбоксу. Победитель Кубка мира по тайбоксу. Виталий Шеметов. Меня зовут Сандер Кис. У меня 13 боев, 11 из которых я выиграл. Я приехал сюда, чтобы выиграть. Я надеюсь выиграть, и я выиграю. На ринг выходит Сандер Кис, Венгрия. Финалист чемпионата мира по тайбоксу. Чемпион Венгрии по тайбоксу. Рост 188, вес 88. На профринге 11 побед, 2 поражения. Он ринга айцинам Сандору Кису. Пасаулес вичит чемпиону тайземес бокса он унгариш чемпиону. Вьявом с метр с астуэндес мит астуэнни, он свар с астуэндес мит астуэнни килограмми. Вьня конта вьем под смит узвас диви заудеями. Профессионалая ринга. Здравствуйте, друзья. Мы снова с вами на этапе чемпионата Европы по правилам драка. Судья в ринге, судья международной категории Сергей Кирпиков. И сегодня матч проходит в Рижском спортивном манеже. Напомню, что состоялся он 11 марта 2005 года. И это будет первый круг весовой категории до 90 килограммов. Sacensības šovakar tiesā Sergejs Kirpjakovs, galvenais tiesnesis draka sacensībās. Рефери ринга Сергей Кирпиков дал последнее наставление бойцам, и мы сейчас с вами будем смотреть первый бой нашей сегодняшней восьмерки, в котором встречаются Виталий Шеметов и против него венгерский боец, который сейчас оказался на полу, это Сандор Кис. Хорошо подбил Виталий сейчас лоу-кик под опорные ноги. Это принесло ему 2 очка. По правилам я напомню вам по ходу нашей передачи, что как оценивается. Вы уже, наверное, знаете, что здесь можно бить и руками, и ногами, и коленями, и делать любые броски. И вот первый раунд, оба выступают и в тайском боксе, начинают такую как бы разведку, жесткие одиночные удары по ногам. И мне кажется, что от такого мощного, хлесткого левого сбока Шеметова венгер может и не оправиться. Да, все, это, конечно, победа нокаутом. И не успели мы даже поговорить о правилах, как закончился уже поединок. Мы слышим, как публике понравилось. Первый бой вечера, и сразу левый сбоку, ровно в подбородок, повергает на пол венгерского тайбоксера Сандора Киса. Первый победитель восьмерки. Виталий Шеметов, Россия, город Омск.